Прошло уже 2 недели, как ушел из жизни известный певец Юрий Шатунов. С каждым днем появляется все больше новых предположений, что смерть Юрия была не случайной. Полиция прорабатывает разные версии. Одному известному журналисту крупного медиаиздания удалось узнать, что в деле появилась новая подозреваемая. На записях с камер видеонаблюдения четко видно, как она приносит кружку с каким-то напитком на последнем концерте Юрия Шатунова. Девушку зовут Марина, она родом из пригорода Москвы. После того, как закончились ковидные ограничения, она начала работать в группе обслуживающего персонала. Готовила реквизит, костюмы, заказывала еду, приносила чай. На работу ее устроил бывший сотрудник группы «Ласковый май», который ушел по состоянию здоровья. Следствие, проведя опрос участников группы, получило информацию, что эта девушка может являться любовницей Андрея Разина. Свои отношения она никогда не афишировала. Была очень тихой, мало с кем общалась и о себе не любила рассказывать. Работу свою она выполняла ответственно, и у Юры к ней никогда не возникало вопросов. Один из опрошенных участников коллектива вспомнил, что однажды видел похожую девушку в ресторане вместе с Разиным. Но это было 2 года назад. Главным фактором для следствия после просмотра видеозаписей, где она приносит какой-то напиток Шатунову, стало то, что девушка исчезла. Она не отвечает на звонки. Следствие также не исключает, что имя может быть вымышленное. Бывший продюсер Разин на допросе заявил, что с девушкой он не знаком. Ведется проверка и установление личности подозреваемой. С Разина взята подписка о невыезде.